У природы нет плохой погоды, но каждое время года несет неблагоприятные факторы, с которыми всем приходится сталкиваться ежедневно. Это сквозняки, жара, кондиционеры, сезонные вирусные обострения. Как защитить свое здоровье и здоровье детей, рассказала врач высшей категории, кандидат медицинских наук, отоларинголог Волжской поликлиники «Благомед» Елена Жиделева. Конечно, себя нужно оберегать, стараться использовать средства такой банальной защиты личной, да, личной гигиены, то есть это чистые руки, это использование масок в очень большом скоплении людей, да, это промывать нос массы сейчас представленных в аптеках средств для орошения, это витаминотерапия, это правильное питание, это образ жизни, то есть даже вроде бы, казалось бы, банальные вещи, они способствуют тому, что человек просто не заболеет. Та же иммунопрофилактика, та же вакцинация. То есть все это никто не отменял, и все это действительно человеку нужно. Если в течение суток, двое, держится температура, плохое самочувствие, появляются какие-то симптомы, конечно, лучше начать с того, что обратиться к терапевту. А терапевт уже решит, дальше нужно какое-то лечение, нужен какой-то узкий специалист, или уже это банальная простуда, которую вот теми рекомендованными средствами, которые есть практически у каждого, да, можно себе помочь. Врачи предупреждают, при признаках простуды необходимо обращаться к специалистам, а не заниматься самолечением, находя информацию в сети интернет. Как ни плачевно, но внедрение информационных технологий в нашу жизнь, интернет, приводит к тому, что многие читают то, что пишут не специалисты, не врачи, иногда скрываясь под аурой медицинского работника, дают советы такие, которые очень часто приводят либо к осложнениям, и врачу приходится потом вытаскивать человека из каких-то очень серьезных осложнений. Такое бывает и достаточно часто. При лечении заболеваний лор-органов эффективен лазер. Весна, осень, как обычно, для профилактики, очень хорошо для деток идет лазеротерапия. Для взрослых тоже хронические те же самые процессы, очень хорошо поддается такой как бы переводу в реконвалесцентную, чтобы не болели, чтобы реже были обострения, вот именно лазер. В поликлинике «Благомед» всегда рады и взрослым, и детям. Наша клиника многопрофильная. Врачи, способные посмотреть, вылечить, проконсультировать любой возраст, и малышей, и от мала до велика практически всех, независимо с каким воспалительным процессом, с каким вопросом, иногда, может быть, даже и не медицинским вопросом, а чисто психологическим, иногда нужна консультация врача. Мы ждем всех к нам, и деток, и взрослых, постараемся всем помочь. И будьте здоровы! Анжелика Пехтелева, Сергей Григорьев, Волгоградское деловое телевидение.